Игорь ни в чем не виновен, Александрович, Игорь Александрович, никакого убийства он не совершал, мы будем вот бороться за то, чтобы это было установлено судом сыны. Вот когда было предъявлено обвинение, он ее не признавал и не признает до сих пор. Вопрос другой. Я откровенно вот с вами говорю о том, что какие-то там в ходе допроса в качестве подозреваемого он давал показания, опять-таки, и там он не говорил, что я ее убил. Он говорил о том, что нанес ей несколько ударов. И якобы от этих ударов она падала и попадала на твердые поверхности, типа унитаза, батареи. Однако вот это не выдерживает, я считаю, имел место самооговор, есть такое понятие процессуальное. Поскольку при таких показаниях, если это правда была, на трупе были бы внешние повреждения головы. А там нет никаких ни разрывов тканей внешних, никаких, разрывов тканей никаких нет, нет никаких ран на голове. Игорь не отрицает, что у них имело место небольшая семейная типа ссоры. Да, дал у ней за трещину, она ему за трещину дала, как в семье бывает. Ну, вот так. И вот исходя из того, вот эта вся шумиха и возникла о том, что он якобы признавался. Как труп его супруги гражданской оказался закопанным в его дворе? Как это произошло? Нехорошо это. Это мы признаем, человек напугался. Вот человек умер в его доме, близкий ему человек. Он, во-первых, напугался, но там два обстоятельства. И второе, он хотел ее похоронить у себя в доме. Это нарушение федерального закона о порядке погребения усопших в Российской Федерации. Нельзя хоронить человека где хочешь. Вот это он нарушил. Вот таким образом он оказался там, и потом все-таки человек боялся, что его обвинят в каких-то неблаговидных действиях. Это его ошибка, вот это ему вину и ставят, понимаете как? Я же понимаю, люди как думают, а зачем же ты прячешь труп? Это так. Но в данном случае вот такое неблагоприятное для него стечение обстоятельств имело место. Его основная цель, не цель, а вот именно погребение в ненадлежащем месте, чтобы поближе любимый человек находился. Вот там планировал памятник ставить, это вот два других подсудимых скажут еще. Он памятник хотел ставить, надгробие хотел ставить. Вот так он оказался там. Никто его за это не хвалит, и он должен понести установленную за это законом административную ответственность. Нарушение порядка погребения. Вот в чем он и виновен во всем. Не указана основная причина смерти. Есть раздел «Свидетельство о медицинских причинах наступления смерти». Вот этого не имеется. При таком раскладе не ставить вопрос о том, что заключение смерти наступило от того или другого, невозможно вообще. Заключение эксперт произвел нашего бюро судмедэкспертизы со стажем работы 25 лет. Первоначально прочитав его, я поразился безграмотности составленного заключения по форме, по содержанию, по нарушению предъявляемых нормативов к форме и содержанию экспертного заключения. Кроме того, не исследованы абсолютно прижизненные ее заболевания, которые имеются несколько тяжелых. Как минимум два цирроз печени раз, и второе щитовидной железы, ЗОП так называемый. Какой степени я вам не скажу. Еще два волчанка. Волчанка, не могу вам комментарий дать, что за волчанка. И третье, не знаю. Кроме этого, при исследовании трупа в крови было обнаружено 2,54 промилле этилового спирта. Это соответствует минимуму бутылки водки. Из доказательств других показаний свидетелей следует, что в этот день ее, когда встречали на автовокзале, на ЖД вокзале, у нее руки тряслись и была одутловатость лица. То есть у нас здесь симптомы для немедиков о том, что могла иметь место и имела алкогольная интоксикация тяжелой степени. Вот этот вопрос совершенно не исследован. Вот такие заболевания у нее имелись, и вот такое было состояние алкогольной острой интоксикации. Но были внешние какие-то повреждения? Внешние повреждения? Вот смотрите, была одутловатость и отечность лица. У трупа уже. Да, но эта одутловатость как может была вызвана, могла быть вызвана повреждениями, так и состоянием алкогольной интоксикации. Чему эксперт, опять-таки, при сопоставлении с содержанием этилового эксперта должен был давать оценку. Отечность – это элементы интоксикации. Никакой оценку не дает. Но, конечно, это могло быть и результаты травмы.